Ванина искусствовед. И вот в этом самом общественном клозете Яков Михайлович берет эту страницу и, значит, объявляет, что здесь этот текст используется американскими парашютистами, которые разбрасывают листовки над Ленинградом. И вообще, что сейчас, мол, существуют целые группы лесных братьев, контрреволюционные организации, и они, так сказать, вот... Ну это же чушь! Ну такая чушь, каких-то, в общем... Знаете, больной человек там и так далее. А я говорю, что я здоровый. Мне кажется, что... Здоровый. И то, что я делаю, я абсолютно правильно делаю. Страшный. Вот скажи, пожалуйста, зачем ты все врешь? Капру. Ну вот, например, вот этого уже не было. Ты мне скажешь, что это было. Зачем ты это? Ведь я же тебя знаю, вот, ну, насквозь вижу тебя. Зачем? Мне стыдно перед знакомыми, мне стыдно, что вот ты такой. И потом мне самой же, мне уже смотреть в твою сторону, честно говоря, противно. Ну, как можно жить так вместе? Ты зачем все же? Зачем ты выдаешь себя не за того, кто ты есть? Он расстроился. Смотрю, у него физиономия задергалась, губы задрожали, слезы появились на глазах. Ну, что, Милосенька. Я же, как бы, верю в то, что я говорю. Я верю в то, что я говорю тебе. Да. Слушаю. Здравствуйте, это Саня Петеранов. Да. Скажите, пожалуйста, у вас есть вот сейчас талоны по набору продуктового участника войны? Так, а вы регистрировались? Да, он регистрировался. Ну, значит, тогда заходите с документами, будете получать. Хорошо, я слушаю. Скажите, пожалуйста, когда за талонами можно приходить? Так давно уже люди приходят, а? Те, которые зарегистрированы. Ну вот, а я регистрировалась 27 марта. Да, ну, так это вы дополнительный список, это пока еще неизвестно. Ну, это сообщат. Ну, и вам надо позвонить будет, да? Да, ладненько. Ну, жена вообще, она шумит на меня, чтобы я вообще этим не занимался, потому что убьют тебя там и так далее, и так далее. Это я понимаю ее состояние. Вот, ну, я делаю так. Я слушаю. Слушаю. Здравствуйте. Даете на продукты? Да. Через полчасика можно? Да. Да я слышу. Да. А кто это такой? Кто такой? Да иди ты. Опять угрожали? Да. А что говорили? А? А что говорили? Ну так что, отдашь документы? Ну? Ну документов у меня тут нет, так что а мне наплевать.